Что-то я разбросал, ты вообще-то сюрикены хотел побросать. Ух ты, неплохой такой, смотрите, 109. Чё они на меня взялись? Я только упал сверху. А они взяли, на меня набросились. Эх, нехорошие. Да, приходится разбирать. Соточка. Сотка — это уже мало. А, это тайник. Тук-тук. Райан, это я. Принес твой заказ, открывай. Спасибо. Они уже собрались в поле здесь все. Конкуренты. Сидел трата совсем не осталось. Это бонус за что-то. Рад с тобой работать. Как закончишь с рейсом, двигай куда-нибудь подальше отсюда. Мое дело предупредить. Так, разобрались мы. Время еще есть. Побежали к гаде. Фух ты, смотрите, в контейнере отверстие. И что же здесь? Ну, ничего интересного. Так, если я не ошибаюсь, то в дом Газди можно забраться только через верх. Мама не хаппи, никто не хаппи. Гази, я тоже. У нас одинаковое имя. Вот придурок. Меня зовут Крейн. Рихмурится в бассейн, Хусейн, Портвейн, Глинтвейн, Кронштейн, Эйнштейн и прочими Штейнами. А еще... Можно войти? Не, ни в коем случае, исключено. У нас с мамой сегодня праздник. День матери. Ты из видеопроката? Почему ты спрашиваешь? Вы должны были принести фильм про меня. Называется Чарли.
Ладно, ладно, ладно. В общем, ему нужно принести... В общем, с Гази невозможно спорить. Гази все сам знает. Ему 2 года в аптеке лекарства отгружали, то есть вы понимаете. На мертвую мать. С ним спорить вообще не вариант. Ну давайте по Бэрику сгоняем туда. Ах. Сейчас меня как угреет. Там вы смотрите. Так они, правда, вонючие какие-то. Так, слышь, чувак, ты мне не интересен. А брикетики можно пособирать. Да. Ладно, все. Развлеклись немножко. Ладно, промахнулся. Попал. Они там что-то соображают, она кричала типа ноу, ноу, ноу. И там еще что-то. Так, так, так. Бежим, бежим, бежим. Привет. Да что ж ты такое это? Thank you so much for helping me. Так, где здесь вход? Как-то странно. Слушайте, как туда-то зайти, а?
Не понял. Нах, блин, двери эти. Вообще, короче, что-то я, наверное, заигрался уже не. Charlie, see you for Charlie. Gotcha. Ладно, помчались дальше. Так, надо вот с этим что-то делать. Давай. Ну и все нормально. Сколько я тут нарубил? А я даже знаю, где мы. А, топорик сломался. Попинаем. Эх. Ну, единственное, короче, что нужно, это аптечки покупать. Да мне и деньги не нужны, знаете. Все, да. Это так чисто жадность. Так, а туннель этот открыт, интересно? Нет, закрыт. Обидно. Думал срезать. Ah!
Да, я так решил проверить. Ух ты, нормальный путь нашел. Эх, красотища. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Так, что нужно? Давайте в инвентарь поставим взрыв-пакеты. Где мои взрыв-пакеты? Так, я что-то немножко не туда побежал. Дом Гази уже где-то у нас. А, хрена, не допрыгнул. Да-да-да, вспомнил, вспомнил. Вход в Гази вот где-то здесь. Тук-тук! Принес конфеты, фильм. Подожди, я покажу маме. Гази снова победил, браво, Гази. Да, Гази своим броней посвоит. Hey, then I'll just let myself in through the roof. Так, нужно нам забраться повыше. Гази отказывается нас пускать, но мы... Но мы проберемся. Эх, эх, эх. Вот так вот. И до упора. Смотрим по карте, где мы, чтобы голову не вертеть. Привет, Гази. Так, вот здесь подалось. Готово.
Блять, даже брать не хочу. Блин, чуть-чуть я уже подумал спрыгивать вниз. Какая у него мама? World's best mom. Лучшая мама в мире. Тихо, мама смотрит. Ничего, я постою здесь. Мама happy? Очень рада. Газы принес конфеты и фильм. Я возьму лекарство для своего друга. Ну ладно. Голова мамы превратилась в тыкву, у нее больше нет припадков. Лекарства на столе. Спасибо, Гази. Гази приносит счастье. Транквилизаторы. Так, все, валим. Так, 17:29. Нужно, ну вот где-то здесь пастись. Пока потемнеет. Ух ты, там хрестик. Это небось похоронено. Не хочу даже смотреть, что там происходит. I came in with the hazmats, team 4. It was 2 days before they sealed the city, and our job was to go. Вояка какой-то рассказывает свою историю. So we'd knock on doors. Sometimes you'd hear a voice that sounded like a person. So you'd go in. Only it turned out it was a viral. All angry and crazy. Just enough voice left to fool you. Sometimes they weren't alone. The suits are pretty tough. They're PVC with reinforced double-layered polyfiber. Слушайте, вы вообще это видели? Он погиб.